Всем привет, с вами Фриз, и я хочу представить мою новую карту, которая называется Пушистые острова. Кратко объясню суть карты. Вы находитесь на летающем острове, вокруг которого расположены и другие. Вы должны по очереди разблокировать все острова. На каждом острове спавнится овечка какого-то цвета, когда вы приближаетесь к нему, так что вы можете принести одну овечку на базу и зайти за другим. Для разблокировки каждого острова нужен ключ, купить которого вы сможете за стак шерсти той овечки, которая спавнится в предыдущем острове. Также тут присутствуют апгрейды, вы сможете улучшить себе здоровье, скорость, прыгучесть и силу. А злых мобов тут не так уж и много. Вечером спавнится один зомби, у которого высокая скорость, и одним ударом он наносит 10 урона. Жизнь у него 150. Но не волнуйтесь, утром он быстро умирает, но вместо него приходят 3 скелета, тоже с высокой скоростью. Но у них 100 хп и наносит немного. Со временем вы станете сильнее, и они не будут особо вам мешать. Карта предназначена для одного игрока. Играть надо на версии 1.8 и с текстурпаком Modern HD. Игра длится до нескольких часов, так что вам будет чем заняться. Также я планирую работать над второй частью карты. И, кстати, маленькая просьба зрителям. Скидывайте эту карту вашим любимым летсплейщикам, если хотите, чтобы они прошли карту. Ну а если вы летсплейщик, у вас больше 10 тысяч подписчиков и вы сняли летсплей на этой карте, то напишите мне в личку. Я добавлю вас на доске летсплейщиков, которые будут в следующих обновлениях карты. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.